И надо бы к врачу. Эх. Вот так. Мой милый папочка. Тебя я понесу. Упачкам, таблеточкой, массажем. А ранку, чтобы зажила, зеленкой смажем. Папу сын покуда тут зевал, зеленым маркером всего изрисовал. Вот ты, гладкий-гладкий магнетик, папа тоже человек. Ну а теперь ложись-ка на бочок, мой папочка пузатый кабачок. Да, так устал я, что готов сейчас устроить настоящий тихий час. Да и тебе, и для тебя, сынишки игруна, пришла пора обеденного сна. Вот только непорядочек исправим, что разбросали по местам растаем, и не положим ушки на макушке, пока не уберем здесь все игрушки. Ну, папа, ну зачем же убирать? Я завтра снова буду в них играть. Сын взял свою собачку Юлю и положил ее в кастрюлю. Опушку, пистолет, винтовку на оружейный склад в духовку. Старый бабушкин будильник он тихо спрятал в холодильник. Вот, большую мягкую игрушку засунул прямо под подушку. Собачку, мячик, барабан запнул ногой под диван. Солдатика пересчитал, забросил бережно за шкаф. Свои носочки поволок в укромный тихий уголок. А все ненужное за раз собрал, сбросил в унитаз. И через 5 минут была чистая квартира и светла. Сын разобрал все наконец и папа крикнул: молодец! А теперь пора отдохнуть, собачку другой взглянуть. И чтоб скорее усыпить сынишку, стал перед сном читать папуля книжку. Так и прочитал ведь. Если не считать того, что сын страницы стал листать. Мелькали перед папой листочки, и со страницы он читал по строчке. Все перепуталось, смешалось, закружилось, и вот какая сказка получилась. Человек рассеянный, на улице бассейн. Он через любой забор с мостовой глядел во двор. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. А потом как закричит на меня, как ногами застучит на меня. Ой, попала я в беду. Ой, спасите, пропаду. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок: а не то, гляди, поймаю, пополам переломаю. А сама пошла ужинать. Приходит назад, что такое? Он бежал по дорожке, и ему перерезала ножки. Вероятно, это ноги у команды Спартака. Он успел схватить в охапку перепуганную бабку, увидал большой вокзал, улыбнулся и сказал: эй, не стойте слишком близко, я тигренок, а не киска. Звери от испуга скушали друг друга. У мышонка замер дух, он забился под лопух. Таня, Ваня задрожали, Бармалея увидали. Вот по Африке идет, на всю Африку поет. Я скажу вам по секрету, что в милиции служу, потому что службу эту очень важной нахожу. Подошел медведь тихонько, толкнул его легонько
И теперь душа девица, на тебе хочу жениться. Вдруг откуда-то шакал на кобыле прискакал. Саблю вынимает и ему на всем скаку голову срубает. Вот какой рассеянный с улицы бассейн. А слониха, щеголиха, так отплясывала лихо. Если сказку ты прочтешь, тихо, тихо, тихо. Сын все листал страницы и листал, а папочка читал, читал, читал. И вдруг на самой середине сказки у папы стали закрываться глаза. И медленнее говорил, зевнул, еще прочел две строчки и уснул. И от усталости уже изнемогая, уже глазенками во все моргая, сын успокоился вдруг, носиком шмыгнул, поцеловал такую, обнял и уснул. А тут домой мамочка вернулась, тихонечко вошла и улыбнулась. Предстала ей счастливая картина. Она увидела и папочку, и сына. Мама даже слезки подступали, так сладко-сладко сын с папулей спал. А рядом место лучшее заняв, спал толстый кот и лапки приобняв. Да, счастье есть, она проговорила. Я шубку наконец себе купил. Купила шапку, юбку и сережки, и кожаные красные сапожки. Совочек сына, чтоб играл в песочке. И даже бабочки хватило на носочек. И с той поры, скажу я вам, друзья мои, на свете не было счастливее семьи. Вот так. Ну вот, ребята, и вся сказка про папу, который однажды не пошел на работу, а целый день играл со своим маленьким сыночком. Ну, хотя это и сказка, а я-то знаю наверняка, что с того самого дня этот папа, как только заканчивается работа, сразу же бежит домой. Вот и моя работа закончилась. Я тоже побегу к сыну. Или к дочке. Нет, я-то знаю наверняка, что и к сыну. Теперь уже и к дочке, к мамочке и к коту. Скучают люди. До свидания, ребята. До свидания.